большими силами идет вперед. Смотрите, как красиво действует 18 номер Андре Карильо, вышедший на замену. Прострел, и ворота пустые. 3-1. Да, Кристиана Фукса обошли как стоячего, собственно, уже давно. Не бегает особенно. И здесь просто один легко очень от него ушел футболист Спортинга. И счет становится 3-1. В Гельсинкирхене такой счет тоже, кстати, был в пользу хозяев. Так что не будем заранее отводить Спортингу победу. Но это, конечно, серьезная заявка на успех. Вот, смотрите, вот здесь вот Фукс один против Карил. Тут просто пробрасывает мяч, и австриец просто не в состоянии ускориться. Просто он сейчас остановится и плюнет на все. Но там были шансы остановить этот прострел, но мяч предательски нырнул в домик Нойштедеру. И 3-1. Да, серьезное уже преимущество у Спортинга. С учетом того, что происходит в Мариборе, супергруппа может неожиданно получить пикантный, скажем так, оттенок интересной борьбы, чего не ждали, прямо скажем. Особенно после того, как Марибор испортил в первом же матче в ничью сыграл.